Блин, надо бы видео записать, может, музыкальную алхимию. Но так лень писать это все несколько часов, блин. Че это такое? Тебе не обязательно писать этот трек самому. Нейросеть поможет тебе. Она может написать его за тебя. Серьезно? Надо это проверить. Всем привет, ребят! Ни для кого не секрет, что нейросети сейчас очень быстро развиваются. И среди них находятся творческие нейросети, которые реально помогают творческим людям. Именно о таких мы с вами сегодня поговорим. Первая нейросеть называется Colorize. С ее помощью мы с вами можем черно-белое фото сделать цветным и, по сути, узнать, как это все выглядело в прошлом. Ну что же, начнем мы с вами с сайта Colorize. Здесь написано: «Привет, меня зовут Александр Кожевин, я создатель Colorize. Этот сервис помогает сохранить семейные воспоминания. На первом фото моя мама в 1989 году, Альвин. И мы видим, тут реально черно-белое фото стало цветным. Давайте протестируем этот сервис. Допустим, я загружу фото Николая II, российского императора. Загружаем фотографию. И вот, смотрите, здесь можно сделать типа вот так вот, а можно вот так вот. Вот так выглядел цветной Николай II, кстати, очень симпатичный мужчина. Вторая нейросетка у нас это Midjourney. Мы ее уже тестировали в прошлом видео. Кстати, кто не посмотрел, обязательно посмотрите, офигенное видео получилось. Но она может не только совмещать фотографии и делать какую-то новую, она может также рисовать картины сама. Нам достаточно написать теговые слова. 1, 2, 3 или более. Нейросетка сама все сделает. Ну что же, в поле промоут я написал вот такие теговые слова: дистопия, fear, the past, что означает антиутопия, страх и прошлое. Давайте узнаем, что же нейросетка может сделать с этим. Waiting to start. И теперь просто ждем. Сейчас уже появится первый эскиз нашей работы. С минут на минуту. Вот они, наши эскизы, смотрите. Третья фотография вообще какая-то жуткая получается. Офигенно просто. Это реально передает просто всю суть антиутопии, страха и что-то вот из прошлого. Это реально прикольно. То есть нейросетка с помощью всего 3 слов, написанных мной, нарисовала такую картину, которой нет нигде. Это совершенно уникальный экземпляр. Ну а теперь мы с вами переходим, по сути, к началу этого видеоролика. Есть такая нейросеть Aiva, которая может при помощи нескольких кликов с нашей стороны написать нам трек. И сейчас мы с вами это проверим. Мы с вами зашли на официальный сайт этой нейросети. И сейчас я вам покажу, как буквально за минуту вы можете написать трек. Я вот, кстати, потренировался немножко, написал EDM-ку. И теперь давайте нажмем Create Track. Далее выбираем жанр. Ну, не знаю, что выбрать. EDM я уже писал, Old School мне не интересен. Давайте Lo-Fi напишем, мне вот это интересно. Так, окей, жмем. Дальше выбираем вот здесь вот. Мажор или минор. Я думаю, нужно прям вот грустненькое такое, чтобы был минор. Давайте F-минор. Ну и количество треков, конечно, 1. И жмем Create Track. Поехали. Ждем, пока нейросеть напишет трек сама. Тут вот загрузка идет. Вот наш трек готов. Давайте его послушаем. Thank you.
на этом видео подходит к концу. Ссылочки на все нейросети я, конечно, оставлю в описании. А если вам понравилось, то, конечно, поставьте лайк, подпишитесь на канал, комментарий с колокольчиком не забудьте. А с вами был я, Ultimate. Всем удачи, всем пока.